концертов короткая, но динамичная передышка перед сессией. Нужно успеть многое. Весело встретить Новый год, быстро мобилизоваться перед началом сессии, подтянуть хвосты и, конечно же, сыграть в КВН – в самую веселую и самую студенческую игру. Наш университет проводит конкурс КВН ежегодно перед Новым годом. Это уже традиция, и наш Бендерский политехнический филиал не исключение. Сценарии ребята писали сами, конечно, с нашей поддержкой. Игра проводится по классической схеме. Приветствие команд, состязание капитанов и музыкальный фристайл. Веселые, находчивые, шустрые и сообразительные. Конечно, все это про студентов. С юмором изобразить будни студенческой жизни и блистательно перевоплотиться в любой образ. Не проблема для трех команд разных уровней обучения. Рама, давайте без юмора и Аляска. Тема игры – новогодний переполох. А я Снегурочка, Дедушки Морозы, пивная кружечка. А мой сыночек расскажет Дедушке Морозу стишочек. Надеюсь, стишок короткий. Да, короткий, Бородино. Готовили все в последний момент, сегодня. Надеюсь, что всем понравится. Просто у архитекторов много дел других. Да, у нас много проекты, работ, которые нужно сдать. Поэтому мы вот в последний момент готовились к КВНу. Было тяжеловато совмещать, естественно, с учебой, но мы оставались после пары в течение месяца примерно, готовились, ставили буквально все до мелочей, доработали настолько, что завяжи нам глаза, и мы выйдем и покажем наш номер на сцене, и все будет прекрасно. По результатам игры победителями стали сразу две команды. Будущие строители, хоть и назвались командой «Давайте без юмора», но вполне им блистали. И команда архитекторов «Рама» тоже не отставала. А вот команда «Аляска» немного не добрала баллов в музыкальном конкурсе. Архитектора? Архитектоник? Поздравляем бендерчан с Новым годом! Желаем им счастья в Новом году и такого же веселья. Архитекторам желаем побольше сна и выполнения всех проектов. Поздравляем всех бендерчан с Новым годом от всего Бендерского политехнического филиала, особенно от команды 111 группы «Давайте без юмора». В канун Нового года хочется пожелать вам чего-нибудь необычного. Света луны, хоровода снежинок, жемчужин звезд, аромата цветов. Верьте в свою звезду и ни при каких обстоятельствах не теряйте надежду. Новогодний переполох удался. К тому же всех ждал сюрприз. Студенческий профсоюз выделил для всех КВНщиков денежное поощрение.